Good afternoon, dear friends. My name is Sergei Antonov. I'm a cellist and an artistic director of a Winter Day Dreams Festival in Moscow, Russia. I wanted to tell you a little bit about a very important performance that we had here a couple days ago on February 4th, 2020, here in a great hall of Moscow Conservatory that you see behind me, one of the most amazing halls in the world, where I had an honor to perform cello concerto by Baruch Berliner, Jacob's Dream. It was the first performance in Moscow. Baruch was present in the hall, and he gave me probably one of the most important honors that a performer can possibly get. He dedicated this concerto to me from stage. It was a huge surprise. He announced it before I went on stage, and it was an amazing moment. I hope that I will be performing this concerto for many, many years to come, and I hope to see you one day in the hall somewhere in the world.
Сегодня Барух Берлингер здесь, в Москве, и мы все вместе приветствуем автора на сцене Большого зала Московской консерватории. עברנו 3,386 קילומטרים על מנת להיות ולהביא לכם שלום מישראל. Мы проделали 3386 километров для того, чтобы передать вам шалом из Израиля. Шалом, дорогие. נפגשנו לראשונה עם סרגי אנטונוב לפני קצת יותר משנה בפסטיבל לילות לבנים של קרליה. מהצליל הראשון התאהבתי בסרגי המדהים כמוסיקאי ואישיות. הוא הפך להיות שותף ונולדה הקדנציה תפילה שתשמעו אותה היום. Впервые мы встретили Сергея Антоновым чуть более года назад на фестивале «Белые ночи Карелии». И буквально с первого звука его виолончели были сражены и поражены его невероятным талантом, невероятным звуком его инструмента. Сергей стал нашим партнером, и так родилась каденция, которую вы услышите между второй и третьей частью по его просьбе, בערב והמקום החגיגי והמיוחד הזה אני שמח להקדיש את כל הקונצ'רטו חלום יעקב לסרגי אנטונוב. В этот праздничный вечер я хочу сообщить вам всем и Сергею, конечно же, о том, что я решил посвятить ему это произведение, так что с сегодняшнего дня и далее оно будет исполняться во всем мире с посвящением Сергею Антонову. Теперь лишь остается надеяться, что этот концерт понравится вам. Мы очень надеемся. Они хотели удать на менеджера фестиваль Константин Куров, שדאג לכל רגע שלי פה פשוט מדהים. Мы хотим поблагодарить руководителя, директора этого фестиваля Константина Курова, который пригласил нас сюда и заботится о нас буквально с первой минуты нашего приезда в Москву. Спасибо, Константин. Вена музыкаем вешутафим Нисан. רונן ניסן שטרח והגיע לפה במיוחד מבינה. Мы хотим поблагодарить замечательного музыканта и партнера нашего, который специально на этот вечер прибыл из Вены. Рунен Ниссан, туда раба, thank you very much. Большое спасибо. Аплодисменты. И нашему партнеру Евгению Левитасу, который не смог прилететь сюда, но мыслями он с нами. Ленахум Хаякар
Джафаров благодарит его педагога, продюсера и близкого друга Наума Слуцкера. Нахум, החבר הטוב שלי, הפרודיוסר שלי, המורה אפילו למוזיקה שלי, אני מאוד מתפעל ממנו, תודה רבה. מסה סופרלטיבה במוי אדרס. ולרוחמה אשתי היקרה שעומדת לצידי בכל עת ובכל שעה וכל הזמן נותנת לי פוש להתקדם במוזיקה. ברוך благодарит свою любимую жену Рухаму, которая везде и всегда находится рядом с ним. И по секрету хочу рассказать вам, что он написал и уже вот около 3000 стихов любви. Аплодисменты. Так что мой перевод довольно свободный, как вы видите. Уберош ла тизморет вела менацях велахем кахаль якар камува. Ну и, как говорится, под занавес замечательному дирижеру Петру, замечательному оркестру, спасибо вам. И, конечно, вам всем за то, что вы прибыли сюда, и мы очень надеемся, что концерт вам понравится. Ура! Ваши бурные аплодисменты.